Спит для меня — это страх. Спит для меня — это боль. Спит — это страдания других. Каждый ребенок имеет право вырасти, а спит не дает шанса многим. Но я верю, что его можно побороть. И так остальные болезни. Главное — это вера, любовь, забота и взаимопонимание. И обязательно дружба.